Республиканский турнир по гіровым спорте сярод работников органов Комитета Державного контроля Беларуси прошел в Гродні. Спартакіяда – штогодовое мероприемство, которое проводится с метой повышения уровня физической подрыхтовки, удосконаления майстерства, захования спортивных традиций. На турнир сёлета были заявлены 7 команд. Пролога мероприемства стало ускладание кветок до братской могилы советских воинов и партизанов в городском парку. У церемонии приняли удел керовники Центрального аппарата Комитета Держконтролю и Департамента финансовых расследований УКДК, представники региональных ведомств. На турнир было заявлено 7 сборных команд. Гродно – один из первых городов Беларуси, якому выпал гонор примать представников споборництва по гіровым спорте. Сегодня на территории Гродненской области, в конкретном городе Гродно, проходит один из этапов республиканской спартакиады органов Комитета государственного контроля и финансовой милиции Республики Беларусь. И в частности по такому хорошему и силовому виду спорта, как гиревой спорт. Приурочено проведение мероприятий к знаменательной дате, дате нашей освобождения Республики Беларусь и Дню независимости Республики Беларусь. В каждом городе проходят свои соревнования. Вот в частности в Гродно были соревнования по гиревому спорту. В другом городе был футбол, в третьем будет что-то еще для того, чтобы это были не разовые мероприятия, а это было круглогодичное. А это не только физическая подготовка, это очень хорошо объединяет дух коллектива. Дружину Гродненской области на турниры представил Алексей Танішев, для якого подобный удел другий. Спортсмены по чарзе подыходили до 16-килограммового снаряда. Ни одной чин на диване удельники повторали штуршки больше, чем 100 разов. По выниках турниру переможцем стал Павел Даниленко, представник Могилевской области. Другое место за гродненцем Алексеем Танішевым. Третья приступка у представника Минской области Максима Алексеюка. Уже у жнівні пройде еще одна спартакіяда работников Комитета Держконтролю Беларуси. В этом разом у программу будут включены такие дисциплины, как футбол, волейбол, баскетбол, перетягивание каната. Место встречи – Минск.